Карин, что сегодня не получилось? Чего не хватило до победы? Да, не хватило реализации моментов, потому что когда команда соперника забивает голы, естественно, немножко инициатива переходит им, вот, и у нас многое не получается, но девчонки стараются, это самое главное. Ну, а таким ключевым моментом можно назвать, что четвертая шайба вот эта вот сбила немножко карты, потому что 3-1 счет стало, потом уже вот четвертая это прилетела. Ну, я так скажу, что третья, что четвертая шайба была вообще не обязательно. Ну, как и первые две, собственно. Вот. Ну, что-то не получается в защите. У нас много молодых игроков. Да, бывают ошибки, но самое главное – это расти и не опускать руки. А «Динамо» не вообще чем-то удивило по сравнению с прошлым сезоном? Другая команда стала или примерно на том же уровне, как оценишь соперника? Ну, я так скажу, они накупили очень много игроков, игроков-лидеров, вот, и было видно, как в начале чемпионата им было очень тяжело сыграться, то есть команда не показывает тот уровень, который показывала в прошлом сезоне, у них уже не та реализация, хотя реализаторов-то много, вот, но я думаю, потихонечку они раскачкаются и что-то покажут. А ваша молодежь как вписывается в состав-то? Там тоже команда молодая, перспективная? Наша молодежь, да, перспективная, но сейчас очень тяжело сыграться, потому что, как сказал наш тренер, у нас нету пятерки лидера, вот, и постоянно тусуется состав, очень тяжело, девочки не сыграны и выходят каждый раз как на что-то новое, вот, поэтому, ну, будем искать сочетание, и в целом, я думаю, у тренера все под контролем. Ну и какого хоккея ждать 21 числа зрителям? 21 числа? Это когда? Это послезавтра. Послезавтра? Да чего ожидать-то? Ну, я думаю, что девчонки будут бороться. В любом случае, это будет хороший хоккей. С каждой игрой мы растем, это заметно. То есть, и меня это радует. Поэтому все будет хорошо, я думаю. Супер. Спасибо большое. Удачи.